Ей бейтеха бейт ваат ля хахамим. Пусть будет твой дом домом собрания для мудрецов. В эве митабек бафар раглеем. Как к ним надо относиться? Пылись в прахе их ног. То есть, когда они к тебе пришли, не сиди, ну типа, пришли мудрецы, давай. То есть, отношения, если они мудрецы, то нужно пылиться в прахе их ног. Садитесь, пожалуйста, чаек, кофеек там и так далее. В эве шоте бет сама эт дивреем. Пей с жаждой их слова. Как коммуницировать с ними, слушать. Потому что если кажется человеку, о, мудрецы пришли, ну, сейчас я вам все расскажу, что я знаю. В этом случае он ничего от мудрецов не получит, потому что то, что выплевывает, не глотает. И чашка, которая наполнена на краев, в нее не нальешь ничего нового, то есть только в пустую чашку можно налить. Включается закон, с тем поведешься, от того и наберешься. От мудрецов, естественно, ты можешь набраться мудрости.